Я специально в угол отошел с дебафом. Да ебашь шкаф, блядь. Блядь. Да, с умрем быстрее будет. Стоим, блядь, вала ебем. Ну, Кирюки. Локи, выход не бросайте этот. На 13% урона. Блядь, призывает беса. Я не буду бросать. Поставь шкаф. Шкаф? На тебе шкаф. Оперативно. Оперативно. Полчаса прошло, ебать. У меня только сейчас шкаф просили, ничего не знаю. Локи, вы еще не бросайте этот на 13% урона. Я рока кидаю. У меня салавра есть. Я нухолик. Не, мало ли, были такие, что бросали, хотя я есть в рейде. Не, я на трэше бросал. Шаман, алло, блядь. Да на трэше не надо, я там по лезням просто распространяю всё. Так я вот а у тебя от болезни тоже работает эта тема? Он не и работает от болезни. У меня мои ноги не зачем. Я тупо болезнями все раскидываю давай, и давай, все давай, сразу. В темпе мы опаздываем, там люди уже надо пытаться. Я просто думал, у тебя она по мейн таргету, который ты бьешь. Не-не-не. Чисто от болезни там. Я забаню. Я че, насколько мы отстаем? Ну, где-то прям вровень идем, мне кажется. Че бы не вайпались, не фукашли бы, но было бы вообще круто. Так а ты иди скажи, что вы помойте, мы типа вайпаемся, фукашим, а вы идете вровень с нами. О, на арчик или быстрее идем. Так я это забаню, да? Ну мы тоже нас потретили, если что. Только мы только трэш бьем, разбаниваем. Разбаниваю. Сейчас лапу на него повешал по инерции. О, колдун. Колдун зашел. 235-й. Капец. Да не бань, наверное, я хз. Просто костым избивайте и все. Хорошо. Чего так, блядь, такие красивые? В смысле? Я верно знаю еще Дайкен, поэтому я умею про это говорить. Пизда сказки, волшебник проспал РТВ. Так у него было такое один раз в легендах, он тогда очень сильно переживал по этому поводу. У меня даже были мысли о суициде, да? Не. Проспал РТ, да. Он переживал, короче, он говорил, типа, я проспал одну РТ, типа, я не знаю, что делать там. ЕП не дали там. Шпот не полутал. Но больше всего он переживал, когда он, короче, на Синдре вайпал рейд. На Синдре? Да, он у меня тактику спрашивал в ПМ. Ебать, чё нахуй. В смысле, ты не знал? Нет. Так нет, он на экстри закрыл контент. Он целка убил обычку только на экстри. Я знаю, что типа он типа, ну, был туговат, конечно, но типа, блядь, что он таки ФН спрашивал, это я не знаю. В смысле, у меня нельзя тактику спросить на целка обычку? Нельзя, ебать. Ты должен знать её,
Ты думаешь, я не знаю? Ты с детства даже знаете. Как там профа били? Где? На X3. На X3? Хер его знает. Так же, как и на X2. Сфера свечи все ебать. И будет вам счастье. Бля, а как там с тобой свечи на сфера? Я хуй знаю. Палец и пытка. В смысле, мультидот эти просто и все. Палец и пытка? Кстати, по боссу все. Бес умер, спасибо, кто там не захитил беса. Вот погоня, сфера. Слышка, а мы ходим в 25 ик? Чё? Мы в ик 25 ходим? Если... А вон Арчи спрашивает. За ик 25 хотели? По-моему, не ходим. Сейчас ластовый убиваем и босса. Давайте, давайте, зарыть её. Геру. Сферы. Спасите беса, пожалуйста, Даша, я тебя умоляю. Спасти рядового беса? Да. Я тебя без беса не дамажу. У меня бес полезнее, чем лок сам. Да я вроде через сапуху спасаю, хули понять. Спасите беса, он умирает, сука, он сдох. Я ебал, блядь. Третий раз. Третий раз? Так да хуй ты хрест свечи заебал. В смысле? Потому что я без беса не дамажу. Это типа как БМ, да? Сверки, 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 блядь, выбивайтесь там. Бля, что ты хочешь сказать, мне через своего беса свечится? Ну просто вынеси его на панельке, там кинем его какую-нибудь быстрину. Да, у меня надо есть его на home position далеко от босса ставить, тогда он умирать в тени будет. В смысле? Так он под боссом стоит у меня. Ну, а потому ты, что ты неправильно делаешь. Выведи его сейчас из босса. Как он бы, если бы я не знал тебя, я бы сказал, что ты долбоёб, конечно, но... Да он там клиентик. Умер, он там умер, я его призвал сюда под босса, типа. Ласт сфера и босс. У меня три раза умер бес. Давайте, давайте сверху быстренько убьём и босса даём. 64-й, а не сдох. Всё, давайте, под босса поехали. Больше урона. Надо перевести нахуй. Шаману Инов. Киньте по шаману Инов. Давайте, 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 ебашься. Там у тебя здесь немного осталось. Сверх. Сверки, сверки добились все. Две штуки вышли. Без... Еще сверху. Там после 10%, по-моему, до 15%. Ой, дайте мне инер пошука. Глянь, я что-то поманился немножко. А, у меня кинь. Ебать твой ШП, ШП бес нахуй умирает, сука.
Да его сфера хуярит. Да, Саша его сфера хуярит, через него хилю. Через него, я быстрельну по бесу. Вообще любой хил, чтобы он выжил просто. Бля, на всех бы перстах такая уходить нахуй. Чё? Да на всех бы перстах так в кару уходить, чилить, ёба. Ух, у меня еще ханты, танки, блядь. Ну чё проблема? О, ну, как обычно, воин. Потому что у меня, блядь, с пугами хожу, ох, ебать, какие плечи. Так начинай релить сам. Да не. Я все время под трансмутом двигаюсь, ёба. Да как нечаянно, ну у тебя же есть они, нет? А вот ты видел, Квинмун тоже 8 кинула. Просто я раньше нажал. Зачем ты ролишь, что у тебя есть? Блять, меня отдашь? Давай. У него чуть сердце не остановилось, нахуй. Нахуя ты нажимал, да, блядь. Чё, пиздец. Ну что, будем пробегать там, давайте командуйте парадом, как бежать, куда стремиться. Бля, ну смотри, задача, чтобы пробежал человек, который реснет, и чтобы человек, который шкаф поставит, блядь. Даш, ты мне уступишь? Типа, по факту ты выиграл, но я хз, типа, ты все равно вардру, а вардру ты 9. А... Давай я кину СС на себя, молоки, артстайл, артстайл даст, короче, боб. Артстайл побежит вперед, нахуй, прыгает вниз. Да, и он боб даст. И там уже тапки нажмите, только тапки сразу не жмите, уже жмите, когда он будет пробегать, уже увидите, когда у него бабл, допустим, будет кончаться. Готов артстайл к маневру? Вот, на артстайла метку, нахуй, и смотрите за ним внимательно. К маневру? Этот маневр нам будет стоить, нахуй. Рамбу поставил. 10 лет. Не знаю, что ты туда побежал, ну ладно, давай тут попробуем. Чё, за ним бежим, нахуй, на тапках. Ты ебать, нихуя ты там сагрил. Нормально, бежите. Главное, подняться наверх и в угол. Наверх и в угол до упора. Все бегите туда. Арт, ты там прожми-ка 50 на 50, там чем-нибудь прожми, короче. Не удивляйся. А может, го подальше пробежим, нет? Не получится подальше? Пробуйте, нормально будет. А у нас Арт сейчас умрёт. До элемов мы добежим. Главное, потом не падать. Тебе не рано портал откроем, будет портал у нас. У него ревностно же. Ну все, пиздец. Тучку. А я на срез дам. Вот здесь до угла обычно нормально добежать. Все, я в тучке здесь. Тут бы диван, конечно, был. Ну умирайте, я масрез дам. Шаман есть. Сейчас они отвейдятся. Сейчас, только жди, отвейдятся, чтобы нормально отвейдились. Да. Я, конечно, мы незаконной тактики мутим. Там челики очень не ожидали. Сейчас мы их обгоним, нахуй. Давай, встал, масрез дал. Все, заебись, нахуй. Нет, ты подожди, чуть-чуть пониже спустись, куда ты там, где ты там даешь, алё, ты не до хау, не до меня не достанешь. Да похуй, да сумоним ебать потом, нахуй. Надо нахуй вот через хау вот так, да, делать. Давай, через хау. Нормально. Оно все равно резнуло, кстати. Все, нахуй, встаем, блядь, кто там, полбаб дает. А ты кто, Войт у нас абузер, да? Ну, блядь, я с Nord Mythologies же так пробегал, блядь, два раза. Хули думаю, блядь. Взломане же бегают, чтоб трэш не бить. Там же его бить заебёшь. Теперь ты звезда этого рейда. Звезда этого рейда? Да. Ты мне скажи, у тебя два на хила теперь? Да, чё? Хорош, ебать. Чарки есть с собой? А я всё равно в шипе, блин. А давай чекайся, ебать. Давай, блядь, чекайся. Будем чекать, как ты хилишь. Так он не хил, он абсорбер. Ну-ка, что там зачитай за бонусы на ДЦ? Да, увеличивает сам атак тейс, по идее, и теперь она уешет, нахуй, когда хилит. А, залупа. Хуя залупа, ебать. АОЕ исповедь 4 такта, ебать. Ладно, АОЕ исповедь. А КД исповеди сколько? Блять, ничего не меняется. Просто увеличится такт. Не-не-не, КД у нее сколько восстановления? Давайте меньше пиздеть и больше делать. Сейчас скажу. И 10 секунд. Нормально. Но это надо, чтобы пачка миликов продамаживалась в какой-то луже. У тебя есть шаман, типа, спек этот? Элема, да. Да, есть. Это нормальный? Ну, мне там только чарок не хватает. Да не надо, дамаж лучше, ну и надо.
Мы же... А, пояс мне отдали, забить. Ну, зато он СПД бафнет. Тебе вот. Да? Кстати, да, блядь. И 5... А, крит есть, не СПД. Да крит есть. Пизду это СПД. Сейчас станы не проебите, дайте метку на скрича маленькую. Ну, который самый лоу хп, что. А чем там упало, кстати, по Т4? А я не спросил, кстати. Воин. Иди узнай. Чё, малын? Я на говорю, Хао, упал. Иди узнай. А кто забрал, Гавай? Я говорю, Хао, иди узнай. И тебе чё, блядь, это что, посыльный? Так ты, да. Что я узнаю? Подручный. Подручный. Как вы думаете, мне дадут пизды за то, что я открыл вместо совы на Т4? Да. Кикнуть с гильдии? Егора дали. Егору? На Тилдрин упало? Да. Бедный артстайл плачет в сторонке. Не, ну, блядь, заебись, на паладина два куска вообще охуенно. Тоже да, на хочу. Я ни разу не видел на Лока. Вообще ни разу не видел. Ну, блядь, посмотришь однажды когда-нибудь, когда меня с тобой в рейде не будет, потому что я, походу, проклят. Когда его анролить буду, тогда я на него посмотрю. Не, ну, в смысле, на X3, если я Лока сделал, я за один день собрал 4, Т4 просто анролан. Ну, это ты ходил, когда уже, блядь, контент был какой-нибудь целка, на. Ну да, там целка бочка вышла. Ну, и все. Одевать твина как бы всегда легко уже. Ну и не вы, просто за один день мне выпало 4-4. Ты можешь сегодня. Ты можешь сегодня завести в гильдрейт 200-го чмо какое-то. Нельзя, я спрашиваю, не дают. Ну это если тебе хаун, конечно, там не позволит. Хаун не хочет, чтобы я ходил кисой бисовой и охотником. Шамана сделаю, на. Это же от тебя все зависит. Одень нормальный ты в левел, блять, десятку. Пособирай сам, блять. Да, еще ладно. Есть у кого каменная СПД? Нету. Ни у кого нет? Могу сделать. Шамал уже забился. Я сейчас... А, вот есть мало. Да тебе, ну куда ты сдамажишь? Могу сделать. Ну я хочу потесть. О, я на этом буду. Я все равно на гневе спекнусь, потому что на гневе ДЦ профитнее. Полезный. Тут питомец с мобом дерется, спасите питомца. Чё на этом, на копыте как подамажим? Будем иссушением, нет? Да, брать. Или чисто босса поебашь? Чисто босса поебашь. У нас же мораль есть, он там вообще разгонится. Всю эту хуйню разобьет. Ретриком еще здесь кайфово, блядь, въебываешь порчу, нахуй, пиздец. Порчу? Ну или что там, блядь, повиновение, нахуй. Артстайл. Детанч. А что здесь, в двух хилов будем? Или в одного? Лучше двух. А что, он так сильно бьет? Одного берет в эту и все. А, да, точно. Нужно и в одного, если ауешеры хорошие, и разбить цепи типа с хилом. Ну там сколько, 300 тысяч вроде на цепи. Да. Хуйня вообще, не разлетятся, главное с личную саму. Ну да. Поставьте ГБ. Чё, малого можно убить, короче, урон будет повышенный по боссу. А он все равно потом он резает его. Жрите какую-то еду, друиды. Поставьте ГБ. Хорош. Чё, 3 ГБ стоит. Все, пацаны, давайте здесь и ГБ поставим здесь. Тупо все. Вот первая ячейка свободна, а остальные только вклад. На, тебе еще одно ГБ. Да ебаный в рот. А, почему мне на Локе 20 минут кулак бафнул? Полетели.
Я сказал, полетели. Каску вафните эту китайскую. Ебать, а нахуя китайскую? Давайте не обокрёмся. Не знаю, у меня вообще кулак на 20 минут. Чё, Геро? Да. Вы сначала пиздюка убейте, чего вы босса лупите? Убейте пиздюка, получите баф и бейте босса. Или баф? А нету. Обман. Говорят, его не видно, типа. Но он и есть, да? Угу, как суслик. Теперь был, блядь. А. Забей здесь, отмазаться можно. Че можно? Отмазаться. Ну то, что не дамажишь, типа вот касты ешь. Да я в цепях был, все. Ну да. Так да. Жалко, что я с тром иду. Сука, я в цепях, алло. Страдай. Лак стопни, не дамаж, алло. Лак. Не надо. Все ясно, малах, ты мне не друг больше. Что, обогнал тебя? Мало цепи взяли. И дамаж, короче, да? А? Чё, кондёр ебать? Хуй знает. Давай на молоко. Плащ нахуй какой-нибудь. Ну, ясно. Ну, заебись. Ой, кстати, это без пояс нахуй ханта. Бисовые поясы без крита, понимаю. Это все потому, что хау не в ДЦ. Просто не шаришь, не шаришь. Был бы ты в ДЦ, он бы упал. Хули спать хочется, пацаны, объясните. Завязывай. Может, тут слабый ДПС. О, да. Колеса действовать начали, походу. Ебать, наверное, любого ебать. Ну-ка. Вроде ж нормально, блядь, спал вчера, нахуй. Это как обычно, с двух часов арты идет. С
Смотри, как сова, блядь, под этим. Под трансмутом нахуй шатается, ебать. Вообще похуй, да? Так я, наверное, сейчас так же шататься буду, если стану, ебать. Ты что, тоже под трансмутом? Так, ты что, не слышал? Я уже в Пакистан слетать успел. А-а-а. И главное, там на вторую шинку не уедь. Да, там этого-то нету, ёба. Там кто косты сбивает у нас? Блядь, шамана напрячь надо, да, походу? Это, слышишь, нечаянно отдай-ка мне вот этот пояс. Там, я смотрю, что-то ловкости дохуя. Может, что-нибудь придумаем. Я смотрю, там дырка, там что-то ловкости много. Ну-ка, дайте ко мне его пощупать. Саты хорошие. Пояс, ебать. Я подумаю, что с ним сделать. Статы хорошие. Кап, меткость, РП есть. Там что-то дохуя ловкости слишком просто. И, блядь, и дырка есть, типа, нахуй. Получается, да, что я просто тупо ловкостью перекрою весь крит, что у меня дает этот пояс. Да. Ну чё, блядь, вы готовы? Нет, нахуй. Да, да, потихонечку ходите, потихонечку. Да просто это идёт. За воротами только не останьтесь, блядь. Сейчас он отойдёт немножко. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая... Хватит! Чё за хуйня? Он сало дал или чё? Я не вкурил. Пидарас ебучий. Не сало дал, блядь. А допустим, если в поясе три гнезда. Чё? Ну, тогда тебе пизда. Ну, я вот, допустим, закрафтил себе пояс на ханта. Это все равно бисовым считается поясом вот этот. Не факт. У меня там, допустим, ну или если я по партийнику ловкости вобьюсь. Или сколько там ловкости. А, в Казбил, да? А-а-а. Понял. На 10 секунд, блядь, с блядей. Мне тоже было с пула. ДЦ-шка манкаст не сбивает. Беги, малышка, беги! Стоим на месте, не двигаемся. А если в этом огне нажать танцевать, он получится, что типа двигается, правильно? Я начну нажимать. Не рискуй. Да не, я-то сейчас на огне, просто такая, такая мысль интересная появилась. Я двигался, мне похуй. Не, когда метка не на тебе, то можно двигаться, когда нет метки. И этого не рассказывай никому. Понял. А то умники найдутся, я базу, бегут в огонь. Локер, заработал. Дай массфир, малок, просто. Блядь, ну еще. Нечаянно БР дашь. Вот этого забанил ближнего, массфир даю. Малак, дай на экс-атмосфер. Беги, малышка, беги!
Я забанил одного, вот метку череп поставил на бан. Стоим, стоим, двигаемся. Бля, опять в касту ебал, ну ты пидор или да нахуй. Что-то ману не маловато, и можешь сейчас авто выебать кто-то там. Я 20 не бьет. Бля, это будет печальный вайп на ране, если так, блядь. Въебет. Но без этого похуй. Без венца похуй. Че там жезл есть, нет? Суки, ебучие. Бля, все кольчуга, задолбал. Кстати, это дело тоже 104 локости, башки нормально, 104. А, у тебя тут то же самое, да? РСЛ, и кольцо тебе надо? Башка, кстати, кольчуга. А, им кондер упал, кстати. Кто забрал? Пук забрал. Хорош. Пук? А что не Дарафан? Может, он Дарафан? Чисто пси надо. А ты где, слышишь? Она тебя следовать тыкнула, если потеряешь, то ты пидор. У вас был кондёр? Нет. Нет. У нас пук ролил. Вы так убили копыта? Угу. Зараны пистонули. Пук, да, у нас вообще по треньках ничего. Да, что печально. Сейчас мы с духом выпали. Нормально, я говорю, вот. Ой, что он вот убирает нахуй. Я с духом хочу, блядь. И это самое, и это. Вот это самая тактика с пробеганием нормально, она нормально времени выиграла. Ну вот и бать нахуй. Будете, блядь, Войда знать, нахуй, помнить, блядь, внукам рассказывать. Так, сейчас дойдем, когда шаман в ЛМ спекнешься, я спекнусь в ДЦ, мораль будет стоять на зеленом, на синем будет стоять Молодж. Расставил тут. Я бы поставил на синий мораль, а ханта на зеленый, блядь. Дайте мне один разок просто на синий ставить. Нет, нет, лук лучше, он, во-первых, может портал поставить и может, блядь, нажать заслон и выжить. Да, нет, мне просто один раз дайте, чтобы я гаргулей вызвал, а там сами становитесь. Локи тонкие, блядь. Или шипешника, шипешник лучше лока. Шипешника лучше. Ну, чё, стань, кого ждём? Растаяло. Ну, включи зелёную хуйню. Я погнал. Мы почти что за 2 часа закрыли, да? Поэтому закрою. Ну еще не закрыли, надо убить часа рано. Ты это где? По красоте, блядь. Блядь, я вчера в Пугариде часов, блядь, 5, наверное, просидел. Я в Пугариде 6,5 часов был. Просто причем мы особо нигде не вайпались, мы просто очень долго все делали. ДВС-а нет, трэш не умирает, это просто пиздец. Так вык ходил. Да выке-то не надо, выке-то нахуй, там охули. Трэша нету столько неебического количества. Подождите, ко мне здесь какое-то тело поехало. Нормально так танчу.
шаман отвалится на пару секунд. Шину, блядь, поменять надо. Стига ему, к нему какое тело приехало, блядь. Тело, блядь. Там чел приехал, алло. Чел приехал. Почему он эфириал вор? Он что, ворует что-то? Угу. А что ворует? Вы вообще книжки хоть собираете? Вообще похуй. Лак, собирай книжки, ты думал, че стоишь. Так. А что за книги, Малак? Ты че, на приколе? Вот. Вот книжки валяются. Нахуй эти книжки, блядь. Там 4% урона. Ой, 4000 дамага наносит. От светлой магии. Блин, мы всех растеряли, блядь. Шаманов ставил. У вас ДБ не пишет тайминги черной лужи? Я примерно. Нет. Я примерно буду знать и буду давать задуматься, что. Там спасут, типа, от ваншота только капля, блядь, что там. Из зубы. Я катахуни придрочился, типа, блядь, толстый нахуй. Это не я, это питомец морали. Даша, реши вопрос. Мне дали гнев титанов. Дай мне. Спасибо, Даша. Я спекаюсь. Ну, молчи, Зоря, используй. Используй! Чё, давай, может, перекур дадим, нахуй, пока этого шамана нет, или чё? Я уже два раза курил, давайте не надо. Мне, чтобы перекур из строки, надо в магазин спуститься за сигаретами. Во, хау, тем более надо уйти как шаману, шины поменять. О, 234-й. Ты чё, курим или чё? Ну давайте курим, нас не расставило, блядь, ни шамана нет. Но я тоже полетел в магазин. Мы только обогнали. Я не Леонид. Это бис. Смотри, я нажал шкаф. Кто не курящий, он нажмет, короче, на этот. А, ясно. Тут пол рейда не курит. Даша, Даша, я знаю, ты не куришь, нажми. Все, Арт, тебе не судьба присуманится, иди кури.
Карт сумонит, тебя засумонили. А мне одному кажется, что кто-то в микрофон дышит. Или что это такое? А кто это дышит? А, это шаман колеса качает. Даша, врубай микрофон. Малак, врубай микрофон. Да врубайте чего. Да давайте, подрубайте. Так, все здесь? Шаман. О, шаман колеса накачал. Здорово, шаман. Шаман это за редбулом уже накачался. Что, самолет? Я слышал, как ты качал колеса, у тебя там кто-то в микрофон дышал. Это этот какого? Эх, казана ты. Там уже здесь... Хаук тебе на шинку сбегал. А, я думаю, что здесь у меня тут туса устроена была. Ебать, что-то вот далеко где. Бегу, 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 бегу. Че, мне валема, да, же спекаться, говорили? Да. А ты че можешь? О, слышь, Хаут, ты как Аверон прям. В плане. В плане почти 2-3-5. Дайте, пожалуйста, ГП у кого есть, не в КД. Кого тебе ГП? ГБ. Какой ГП? ГБ! А, не, у меня КД. А на каком уровне он... А, он нашел. О, в натуре ар 230 танк и 220 ретрик. Непорядок. Куда Слава ушел? Чё?